Слуховой анализатор. Каково значение слуха? С помощью слуха человек воспринимает звуки. Слух дает возможность воспринимать информацию на значительном расстоянии. По слуховым анализаторам связана членораздельная речь. Человек глухой от рождения или потерявший слух в раннем детстве теряет способность произносить слова. Каково различение понятия орган слуха и слуховой анализатор? Органом слуха является ухо, которое состоит из трех отделов – наружного, среднего и внутреннего уха. Слуховой анализатор включает в себя слуховой рецептор, он находится во внутреннем ухе, слуховой нерв и слуховую зону коры больших полушарий, находящуюся в височной зоне. Как и куда передаются звуковые колебания от барабанной перепонки? В среднем ухе расположены три маленькие последовательно связанные между собой косточки – молоточек, наковальня и стремечко. Молоточек, соединенный с барабанной перепонкой, передает ее колебания сначала на наковальню, а затем на стремечко. Далее колебания воздуха передаются перепонке овального окна, через нее в жидкость внутреннего уха. Данные колебания раздражают рецепторы спирального органа, и рожденное возбуждение поступает в слуховую зону коры больших полушарий, ей формируются слуховые ощущения. Какое влияние на орган слуха и центральную нервную систему может оказать громкая музыка? Длительное воздействие громкого звука может привести к тугоухости. Долгое нахождение в атмосфере громкой музыки приводит к повышению раздражительности, ухудшению сна, головным болям, повышению артериального давления.